Девочки, дорогие мои, всем огромный привет! Рада вас всех приветствовать на канале. Пришли мне две посылки компании Yves Rocher. Я, наверное, в кадре их сегодня распаковывать не буду. Очень огромные коробки. Что-то у меня здесь не тяжелое, такое легкое, поэтому сейчас быстренько распакую, начну вам показывать, что мне прислали. Самой уже не терпится. Есть подозрение, что я делала все-таки эти заказы на сайте. Но давайте уже посмотрим вместе с вами. Действительно, заказы я делала на сайте, пришли очень хорошие промокоды, по которым можно было заказать шикарный подарок, и подарок этот стоил 3200 рублей. Вы знаете, в этот день очень глючил сайт, и я сегодня забирала просто кота в мешке, потому что мне пришли одни счет-фактуры на электронный ящик, сразу же автоматически, как я оформила. Потом мне пришли, представляете, вообще с другими подарками. И, к сожалению, один из заказов мне отправили с тем подарком, который я не заказывала, с очень таким дешевым подарком. Ну, немножко расстроилась, но ничего. В общем, и еще второй момент. Я делала заказ ради водички Соэликсир, уже в котором видео говорю, что ее сняли с производства, распродают остатки. Это Соэликсир Purple. Я решила сейчас подзапастись, подзатариться. На сайте эта водичка идет со скидкой. Она вообще стоит 2500, но идет со скидкой 1899 рублей. Очень хорошая цена. И если вы берете, делаете заказ на 1800, то можно вбить промокод Welcome 2020, и у вас минусуется 500 рублей. Также будет бесплатная доставка, и это очень-очень выгодно, поэтому вот эту водичку я заказала за 1899 рублей, обошлась она мне, конечно, в 1398. Все, вот это был мой заказ, остальные были у меня подарки. Вот как раз-таки промокод пришел на вот эту вот водичку, да, любовь. У меня такая водичка есть, но вот в таком вот интересном оформлении ее нету. Достойный аромат, очень такой, ну, я бы сказала, весенний, какой-то летний. В нем содержатся какие-то нотки цитрусов, которые очень-очень поднимают настроение, поэтому я, не раздумываясь, сделала заказ ради этой водички. 3200 она стоила. Но, девчонки, это еще не все, потому что за заказ от 890 рублей можно было выбрать себе подарок из различных косметических средств, но меня все-таки интересовала вот такая вот сумка. Мне она нужна была, посмотрите, она упакована, написано Thank you. Поэтому давайте ее посмотрим. Я не помню, где-то видела или я не видела обзоры на эту сумку, но мне было бы интересно посмотреть. Она вот такая вот, имеет вот такое вот дно. Очень добро. А, видела, видела, да, я обзоры. Очень добротный такой материал. Все хорошо прошито. Замок, ручка такая, ну, не из дешевого такого тоненького. Очень толстый вот этот вот, как они называются, за ручки, в общем, называются они. Ну, тут, конечно, уже прошито не очень ровно. Сумка такая вот, ну, хорошая большая сумка. В кадр, конечно, она не поместится. Здесь замок. В общем-то, здесь такой карман. Здесь атласная прошивка. Ну, хорошенькая, в общем, сумочка. Мне нужна такая сумка большая. Для чего вы спросите, для чего она мне нужна? Я вам скажу, что постоянно ездим куда-то в гости, постоянно дочка ездит в гости к родителям, к каким-то родственникам, поэтому что-то увести, что-то привезти, эта сумка, она будет неплохо для этого сгодиться. Далее мне вложили три пробника, вот такой вот крем, лифтинг, потом вот эту водичку и мужскую водичку. Сейчас я хочу вскрыть вот эту мужскую водичку, потому что я ее еще ни разу не тестировала. Здесь вот такие вот салфеточки.
Ой, девчонки, цитрусовый аромат с шипровой ноткой. Ну, такой для мужественных мужчин, для мальчиков однозначно не подойдет. Очень, знаете, вот я бы его сравнила с категорией ароматов, которые идут у нас, были с печатью. Secret de Sens я бы сравнила Accord Chic, по-моему, так называется. Давайте посмотрим фактуру. Вот он был мой заказик, подарков на 4301 рубль. Кстати, сумку они оценили в 600 рублей. Ну, она где-то 600-500 рублей, я бы за нее бы как раз заплатила. Может быть, сейчас аромат разветрится? Ну, не знаю, девчонки. Я что-то своему мужу такую водичку побоюсь, наверное, все-таки заказать в подарок и так, потому что она мне будет просто душить. Очень мужественный аромат для мужественных мужчин, для сильных женщин. Мы, наверное, я не отношусь к этой категории, поэтому, наверное, нет. И второй заказ, вторая коробочка. Все это было оформлено все в один прям день, в одну минуту, в одну секунду. В общем, очень быстро были сформированы заказы. И я заказала аромат Soul Elixir Sensuel. Boys Sensuel. Правильно, если я читаю? Чувственный, в общем, эликсир 30 мл. Также он стоит на сайте 2500 со скидкой 1899. Очень шикарная цена. Также я вбила код welcome. И у меня, как я уже сказала, глюканул сайт. И у меня за вот эту вот сумму вместе с промокодом у меня начали вбиваться, проходить еще подарки там за 1900, которые, в общем-то, у меня даже не достигла суммы 1900, поэтому я быстренько вбила, поставила галочку, и вот у меня пробилось вот такое вот масло, восстанавливающее масло для волос по всей длине, до самых кончиков. Ну, я так понимаю, что это масло идет восстанавливающая жожоба и макадами, как было раньше в таких маленьких пузырчатых бутыльках. И как раз когда я поставила, что себе вторым подарком вот эту вот водичку, у меня произошел сбой, и мне пробился вот этот вот крем Pure Camille. Ну, неплохой кремушек, я таким сейчас пользуюсь, очень ядреный аромат, но что поделаешь, я пользуюсь, он хорошо, кстати, питает ручки, увлажняет, поэтому буду радоваться тому, что у меня есть. За 890 рублей, девчонки, я не стала придумывать что-то и заказала еще одну сумку, потому что такую просто круто подарить даже на подарок. Она упакована, все как следует. Думаю, ну, все-таки она выглядит достаточно прилично, она вместительная, она хорошая, эта сумка. И действительно, она мне безумно очень понравилась, я рада. И также мне вложили точно такие же три пробничка. Видно, компания не заморачивается, вкладывает эти пробники. Ну, за это ей тоже огромное спасибо. Я еще вот этот крем не тестировала. И у меня огромное желание. Я хочу вот эту новую линейку. Я даже как-то хотела взять и заказать какую-то там сыворотку из этой линейки, потому что я увидела, что они дарят уход для глаз, вокруг глаз, в подарок. Думаю, ну, наверное, закажу. Но себя как-то сдержала и решила уже приостановиться. Ну, давайте посмотрим счет, фактуру. Вы знаете, вот из-за этих глюков на сайте, на самом деле, иногда пропадает желание делать заказы. В компании в Роше очень часто висит сайт, когда какие-то акции, какие-то козырные такие промокоды. Кстати, мне сейчас, пока я вот снимала видео, мне пришла смс-очка в приложении почта, где у меня уже покинула сортировку моя посылка, где у меня был промокод, по-моему, на скидку 1500 рублей. Такого я еще ни разу не видела в компании в Роше, поэтому там просто нереально бомбическая посылка идет. Скоро обязательно ее заберу, вам отсниму, покажу, что мне пришло. Но вот эти, конечно, два заказа, это было просто кот в мешке. Все мне, я говорю, пришли абсолютно другие счет-фактуры. Потом, когда уже заказ отправили, мне пришли уже счет-фактуры,
Ну, с другим наименованием. Я, конечно, думала, что же мне вообще отправят, что у меня здесь будет, что ждать. Ну, не будем расстраиваться. Соу эликсира заказала, две сумки получила, водичку получила и заплатила очень мало, потому что с двух заказов получила скидку целостную 1000 рублей. Все, всем огромное спасибо. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ну, конечно же, колокольчик. Оставляйте комментарии, что вы заказываете, что вам компания Yves Rocher, какие для вас подарки она присылает, как вы справляетесь с тем, чтобы не сделать заказ. В общем, делитесь своим мнением. Спасибо вам и пока-пока.